площадь Свободы в центре Тбилиси. Вот здесь стела, и на ней статуя Георгия Победоносца. Кстати говоря, есть мнение, что вообще название Грузии – это именно в честь этого святого. Он здесь очень почитаемый, Джорджия, вот Георгий. Раньше Грузия называлась Иверия, так что вполне возможно. Это центр Тбилиси, здесь такая европейская часть. А нас с вами будет интересовать старый Тбилиси. Старый, тот, который не изменен. Это тоже старый город, но он все-таки более такой причесанный. А мы пройдемся по очень таким колоритным, аутентичным местам. Посмотрим одно очень интересное заведение. Не знаю, долго я хотел его посетить, хотя бы рядом пройти, посетить, наверное, не получится. Семинария, где учился, собственно, Иосиф Джугашвили. Почувствуется ли там что-то? Все-таки место, непосредственно на этом месте никого не расстреливали, никого не душили и в землю не закапывали. Но зарождение легенды прошло именно там. Поэтому посмотрим. Начиная вот с такого обычного города, похожего, кстати, на европейские города, будем углубляться все больше и больше в более аутентичный Тбилиси. Пойдемте. Отдельная достопримечательность Тбилиси – это вот эти узкие, такие азиатские, местного колорита улицы. Я думаю, тем, кто здесь живет в этих домах, а они жилые, ну, может быть, не так весело и не так интересно, потому что дома падают. Вот, падают. Мы сейчас шли, там без крыши был дом, но там живут люди. Тем не менее, в боках стены не упали, крыша провалилась. Вот, и, соответственно, в боках, еще в стенах дома живут... Что такое? Не все проходит так, как мы хотим. Ладно, неважно, но я думаю, что люди, которые здесь живут, как раз задаются этой мыслью, что не все в этой жизни бывает так, как тебе хочется. И вполне возможно, эта мысль, ну, как-то облегчает их существование. Философская мысль, надо сказать. Вот. А тем не менее, я думаю, что это царские постройки, не знаю, что за улица. Мы сейчас идем к пантеону героев, где похоронена матушка Иосифа Виссарионовича Сталина. Так, то же самое. Я все равно тебя хотел, думал, люблю. Не, что-то буду. Страшно подумать, что. Мы, конечно, догадываемся, но озвучивать это не будем. Действительно, очень интересно пройтись. Ладно, потихонечку вот такими кривыми улицами мы сейчас выходим к пантеону героев, артистов, героев. И нас там будут интересовать мать Сталина, Грибоедов. И его жена. Там еще, о, вот эта вещь. Вот был бы я немножко помоложе, лет на 30, я бы туда точно залез. Шикарно. Еще одна достопримечательность Тбилиси, убойная достопримечательность, я бы сказал, вот это здание. Это здание семинарии, Тифлисской семинарии, где учился Иосиф Джугашвили, будущий отец народов. Та самая семинария, которую он не закончил. По разным данным, кто-то считает, что его выгнали за постоянные отлучки непонятные, по ночам куда-то лазил. Кто-то считает, что он ее закончил, но не сдал выпускные экзамены. Опять же, непонятно почему, вроде бы успеваемость была неплохая. То есть многие считают, что он просто передумал становиться священником и забил на эти экзамены. Вот, в любом случае, это та самая тифлисская на тот момент семинария. И, кстати говоря, она действующая. Сейчас это Тбилисская духовная семинария. Вот здесь учился тот самый Джугашвили. Потом очень интересная, ну, по некоторым данным, состоялась его беседа с местоблюстителем, без пяти минут патриархом московским всея Руси, а на тот момент местоблюстителем патриаршего престола Сергием Строгородским, как раз на тайном совещании 43-го года, буквально перед собором, который, собственно, избрал его патриархом. Вот на этом как раз совещании Сергия Строгородского, там присутствовал Алексей Симанский, тоже будущий патриарх, и Сталин. Сталин вдруг спросил, что, какие нужды есть у церкви. На тот момент церковь была полностью вырезана, в полном составе. Тысячи и тысячи священников были вырезаны. И, соответственно, будущий патриарх Сергий сказал, что священников не хватает. Почему не хватает, спросил Сталин, куда деваются? И вот по одной из версий Сергий сказал, что всякое бывает. Бывает, учим человека на священника, а он бах и генералиссимусом становится.
Вот, собственно, отсюда и вышел тот самый генералиссимус. Thank you.